Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем следить за той безумной волатильностью, которая имеет место быть буквально по всем активам. Рынок Форекс, фондовый рынок и рынок производных финансовых инструментов. Если посмотрим на индексы волатильности, они также зашкаливают, но хотя можно даже не анализировать качественно, скажем, состояние рынка, достаточно посмотреть на, собственно, ценовые изменения, которые, по сути, и отражают активность на финансовых рынках. Ценовые изменения в основном, здесь нужно сделать, конечно же, ставку на фондовые индексы, потому что эти бенчмарки состояния рыночных настроений являются сейчас основными движками, триггерами и катализаторами, которые, собственно, и провоцируют ту волатильность и те движения, которые мы наблюдаем. Но обо всем давайте по порядку. Разумеется, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Кодовое слово традиционно произнесу либо в середине, либо ближе уже к нашему брифингу. Чтобы воспользоваться им, достаточно просто связаться с вашим персональным менеджером и потребовать получения этого бонуса, собственно. А цель – повысить покупательскую способность. Думаю, объяснять вам не нужно. Сейчас это очень актуальная тема, особенно тогда, когда даже классические и не совсем подвижные активы, возьмем ту же самую пару доллар японская иена, могут показать волатильность в рамках одной торговой сессии, да что там, в рамках нескольких часов, несколько сотен пунктов. В частности, USD, иена вчера порадовала, конечно же, тех трейдеров, которые вопреки их общего фундаментального посыла, ну, либо просто случайно сделали ставку на продажу американцев против японской иены, потому что локальный минимум мы видели в районе 115, то есть с локального хая, который наблюдался еще неделю назад, это около 1000 пунктов. После этого, конечно же, последовал отскок, он также был абсолютно обоснован. Но к паре доллар-японская иена мы сегодня, разумеется, вернемся и посвятим ей определенную часть традиционно нашего брифинга. Ну а сперва предлагаю остановиться на наших вступительных, начальных активах. Это нефть и динамика российской валюты. Что мы видим сейчас по Бренту, очень важному, точнее даже самому важному экспортному ресурсу для российской экономики. То, что минимальная отметка была, по сути, рядышком с уровнем 42, почти даже 42.20, актуальные котировки сейчас 43.19. А в целом, каждый день мы обозначаем новые цели, по сути, каждый день рынок, скажем, доставляет нам удовольствие в плане реализации этих идей. Хотя здесь ставка коррекционная на нефть, она абсолютно беспроигрышная, потому что, наверное, как бы детально, досконально мы не копались в фундаментальном фоне, в новостном фоне, нам при всем желании не найти факторов поддержки для нефти. Но, может быть, технари смогут зацепиться за какие-то индикаторы, указывающие на перепроданность актива. Но в таком состоянии нефть пребывает очень давно. К примеру, как только она оказалась ниже 60 долларов за баррель, уже многие осцилляторы стали свидетельствовать о том, что пора разворачиваться. После этого нефть просела еще больше, чем на 20%. И на самом деле потенциал коррекции еще не исчерпан. Что касается новостного фона, фундаментального фона, здесь отказываться от нашей идеи касательно избыточного предложения и слабого спроса не стоит. Это ключевая идея. До тех пор, пока мы не поставим на ней крест, мы не сможем отказаться, даже не будем отказываться от еще больших выгод, которые можно получить с более глубокими ставками на еще более глубокое снижение Brent и WTI. Поставили цель 40 долларов за баррель. Может ли этот уровень стать, скажем, очередным психологическим рубежом, вследствие которого, может быть, трейдеры решат, что уже довольно для нефти, может быть, последует отскок. Я думаю, что это также не совсем убедительные аргументы, потому что то же самое говорили про уровень 50. Даже сакрально это значение было покруче, чем 40. Но что мы увидели по факту? Мы увидели то, что Brent очень быстро преодолел эту поддержку, трансформировал ее в сопротивление, без какой-либо консолидации проторговки ушел ниже. Также пало и значение 45 долларов за баррель. 40 – это, по сути, ничего не значащий уровень, но, может быть, только многомесячный минимум. Если отмотаем на 2008 год, тогда минимальная отметка была еще ниже, если мне не изменяет память, наверное, 37 с небольшим долларов за баррель. Если вернемся в 2003-2004 год, там и вовсе были еще
более низких уровней. И опять же, цепляться за значения, если вот такие в ретро-перспективе, соответственно, можно говорить про уровень 37. Ну, то есть до него еще, сами прекрасно понимаете, далеко. Получается, с текущей актуальной котировки 43 до 37, практически 15-16% еще, соответственно, нефть может потерять. Но это очень много. Логика, которую сейчас нужно использовать, торгуя брентом и WTI, это просто четкое осознание того, что у этого актива нет вообще ни малейшего основания для усиления собственных позиций. Здесь, как мы сказали, уже зашкаливающее предложение на рынке энергоресурсов, но в целом ситуация могла бы быть, скажем, скорректирована, повлиять на нефть. Пожалуй, мог бы только Ближний Восток, нефтяной картель и ОПЕК. Но судя по тому, что они особо сейчас не предпринимают никаких усилий, точнее, абсолютно никаких усилий, значит, надежды на ОПЕК сейчас нет никакой. У них была возможность скорректировать, скажем, ценовую динамику по нефти в ноябре, когда было очередное заседание ОПЕК, но квота осталась на прежнем уровне. Более того, осознавая, что мировая экономика затухает, Китай уже давно не демонстрирует прежних темпов экономического роста, были объективные еще факторы, сигналы падения экспорта, что в целом предвосхищало, может быть, еще более глубокие проблемы, которые сейчас вскрываются на китайском рынке, на рынке Поднебесной. Но все равно ОПЕК решил не изменять прежней политики, зацепились за свою долю и решили конкурировать с американскими сланцевыми производителями. Поэтому предложение, вместо того, чтобы также балансирующе сокращаться вместе с падением спроса, напротив, продолжало только увеличиваться. И каждый месяц мы констатируем, что ОПЕК выходит на новые уровни, которые, по сути, наверное, даже в ряде стран уже достигли рекордных показателей. Квота 30 миллионов баррелей в сутки. Казалось бы, ну куда добывать больше тогда, когда нет спроса? На самом деле добывать можно, и уже актуальные, скажем, объемы выработки позволяют нам делать выводы о том, что ОПЕК больше, чем на 2 миллиона баррелей, ну практически на 2 миллиона баррелей, превысил прежнюю квоту. Мы ждем еще Иран, мы видим, как растут уже за последние несколько месяцев, это уже стало тенденцией, добыча в Ираке и, соответственно, в Анголе. Мы делаем ставку на прочие регионы и в целом лишь констатируем факт по-прежнему избыточного предложения, и эта избыточность увеличивается, а экономика, между тем, мировая экономика замедляется, и это видно как в целом по показателям общего спроса, но и также по отдельным регионам, которые, собственно, и создают привлекательности сырьевых активов. Здесь нужно делать ставку, конечно же, на Китай. Поэтому даже с технической точки зрения я считаю то, что потенциал коррекции у Брента еще очень велик, как минимум можем сходить в район 37, но не факт, что нефть остановится даже там. Сейчас также можно быть уверенным в том, что на позиции, опять же, нефти оказывает влияние не только общий фундаментальный фон, но еще и спекулятивная составляющая, а может быть даже и политические факторы, которые также выходят на передовую. Может быть, ОПЕК давно затеял такую стратегическую игру, которая как раз бьет по позициям стоимости черного золота, и какие-то уровни у них есть в качестве, скажем, предельных значений для коррекции. Потому что по отдельным регионам, если проанализировать ситуацию в рамках нефтяного картеля, можно будет обратить внимание даже на ту же самую Саудовскую Аравию, которая сейчас страдает от снижения цен на сырье, на нефть, даже еще больше, чем Россия. Но в то же время, несмотря на призывы Саудовской Аравии, в целом ОПЕК остается непреклонен, сохраняет прежние объемы выработки и, разумеется, пока не корректирует общие показатели по, соответственно, производству нефти. Если ситуация сохраняется в таком ключе, у нас нет оснований отказываться от наших коррекционных идей и, соответственно, мы продолжаем делать ставку на еще большее ослабление позиций черного золота. Что касается российской валюты, разумеется, здесь, учитывая ослабление нефти, можно делать такую же ставку на девальвацию. Хотя мы поставили очень такую серьезную цель в районе 70 рублей за доллар. Актуальные котировки говорят о том, что этот уровень был легко, довольно очевидно, преодолен. Уже сопротивление, которое было, по сути, космическим еще месяц назад, уже реальность,
точнее это не сопротивление, а уже поддержка. ЦБ по-прежнему бездействует, даже несмотря на то, что мы, будучи, наверное, скажем, не имеющими возможность повлиять на определенные инструменты и на сценарий поведения Национального центрального банка, допускали возможности действия со стороны российских монетарных властей. Сейчас их бездействие подталкивает нас к мысли о том, а вообще в состоянии ли центральный банк изменить текущую ситуацию и оказать поддержку российской валюте. Мы слышим про периодические заявления касательно возможности принудительного, скажем, обязалого продажи экспортной выручки для российских, точнее просто выручки и долларовых резервов, валютных резервов российских экспортеров. Но я думаю, что через это мы проходили в начале 2015 года. В целом этот инструмент не оказал поддержки такой стратегической и определяющей для российской валюты. И к тому же не стоит забывать, что в начале 2015 года мы имели дело с совершенно другими ценами на нефть. И сейчас, наверное, какой бы инструмент Центральный банк не задействовал, хотя как минимум 3-4 есть еще таких серьезных шага, которые могут хотя бы немного сбить вот эту спекулятивную атаку на рубль, все-таки нужно понимать, что в целом все будет зависеть от стоимости черного золота. Логика здесь простая. Если Brent продолжит терять, к примеру, минус 1 доллар по Brent, будет равносилен потере 2-2,5 рублей против американского конкурента пары USD-RAB. Поэтому если мы делаем ставку на возможность движения Brent в район 40 долларов за баррель, соответственно, получается 3 с небольшим доллара, а значит, пара USD-RAB к этому моменту может оказаться чуть ли не в районе 77 рублей против американского конкурента. Если потери нефти сохранятся, значит, в ближайшее время мы снова вернемся к такой теме, как трехзначные, соответственно, табло в обменных пунктах. И если рубль у нас уйдет в район 100, а против доллара, разумеется, по евро, учитывая последний рост, будет котировка еще выше. И котировка евро против рубля будет больше похожа на те котировки, которые мы сейчас наблюдаем по паре доллар-японская иена. В общем, интересное соотношение, параллели. В целом пока надежд нету для восстановления рубля. Налоговый период, да, мы наивно, я наивно делал ставку на то, что он сможет оказать поддержку рублю, потому что хоть какой-то позитив национального происхождения. Неделя прошла, думаю, что экспортеры уже запаслись необходимым пулом рублевой ликвидности. Пик платежей придется на сегодня, но уже какой-либо поддержки для рубля не было, я не думаю, что она появится, соответственно, в ближайшее время. И если мы перешагнем вот уже буквально завтрашней торговой сессии за налоговый период и осознаем, что рубль не смог, скажем, потеснить позиции основных конкурентов, значит, я думаю, что весь негатив, который характерен для российского рынка, еще пуще навалится на поведение рубля, на позиции рубля, и мы увидим снова многомесячные минимумы против американского конкурента. 70 наша цель реализована, давайте тогда ставить еще выше, что уж поделать. 72, я думаю, что может быть этот уровень также станет, скажем, еще одной реализованной нашей идеей уже в ходе, точнее в момент завтрашнего брифинга. Плавно давайте переходить к другим активам. Европейская валюта против доллара. Здесь вместе с долларом японской иены волатильность, даже не знаю, как ее характеризовать, есть ли такие эпитеты, сумасшедшая, бешеная, ну, конечно же, есть, но, наверное, здесь стоит искать слова еще более красочные, потому что евро-доллар, в принципе, буквально за час-полтора мы видели, как вчера скакнул на 300 пунктов, по сути, с уровня 1.14 до уровня 1.17, потом последовала такая же стремительная, энергичная коррекция. Сейчас пока очень трудно делать ставку на то, что же будет дальше по европейской валюте. Здесь стоит уже говорить про ключевые факторы движения главного валютного риска. Стоит прекрасно понимать то, что стимулом для роста европейской валюты, повышенного интереса к евро, сейчас остается как раз нежелание трейдеров рисковать, особенно на фоне тех потерь, которые несет китайский фондовый рынок. Действительно, какой бы сейчас фондовый индекс мы ни проанализировали, в рамках глобальной экономики мы придем лишь к выводу о том, что мировая экономика действительно сдувается, точнее, схлапываются финансовые пузыри, они копились
много десятков лет, это совершенно очевидно. В частности, европейские индексы в рамках одной торговой сессии вчера умудрились потерять больше около 10%. Чтобы понять, насколько это фигово, я хочу отметить, что в последний раз такие коррекционные динамики, такие потери мы видели только в 2008 году, когда все только начиналось. И произошло это после краха Lehman Brothers. Напомню, что тогда посыпался американский фондовый рынок, и в принципе по цепной реакции эти негативные тенденции были подхвачены и прочими площадками. Сейчас ветер дует со стороны Китая, композитный шанхайский индекс. В понедельник мы на прошлой неделе в целом, можно говорить, что он потерял 10,5%. Вчерашняя торговая сессия минус 9%. И сегодня мы смотрим уже на азиатских торгах, как индекс снова в минусе на 3-4%. То есть в целом простая математика. Две недели и минус 30% капитализация одного из ведущих китайских индексов. Разумеется, это лишь еще больше указывает на актуальность объективности проблем поднебесной. И эти проблемы, ну, не могут не сказываться на рыночных настроениях и не могут не транслироваться на прочие площадки. Под особым ударом сейчас, конечно же, развивающиеся рынки. Видя панику, которая сейчас происходит на всем, что имеет отношение к финансовым рынкам, трейдеры, капиталы сейчас уходят в защитные активы. Я отмечал, что на валютном рынке это, конечно же, франк, это японская иена, на сырьевом рынке это драгметаллы, золото, серебро, платина. Что касается рынка производных инструментов, то здесь, конечно же, в фаворе, опять же, американские трежерис и немецкие облигации. Пока паника, опять же, осознание того, что может быть еще хуже, опасения за устойчивость финансово-экономической системы не позволяет трейдерам, скажем, покинуть расположение этих безопасных активов. Поскольку трейдеры делают ставку, к примеру, на рост касательно рынка Форекс той же японской иены, место для американской валюты не находится, поэтому доллар активно теряет, очень много теряет против основных конкурентов, и это неплохо используется валютами, такими как евро и фунт, потому что евро и фунт плевать хотели на состояние сырьевых активов. Им все равно, что происходит с ценами на энергоресурсы. Что нельзя сказать про австралийца, новозеландца и канадца, которые вчера, спасибо им большое, конечно же, позволили нам реализовать много наших долгосрочных целей. И опять же, мы делали ставку на то, что австралиец против доллара, новозеландец против доллара и пары USD/CAD смогут добраться до тех целей, которые мы ставили ранее, только в лучшем случае к концу этого года. По факту мы уже констатируем то, что многие цели реализованы, но я еще об этом чуть позже расскажу. Если евро растет, разумеется, реагируя на падение американца, на падение фондового рынка, здесь также работает сценарий, точнее даже абсолютно логичное поведение со стороны тех трейдеров, которые сейчас делают ставку на еще большее снижение европейской фонды. Самый, наверное, типичный сценарий торговли крупными капиталами – это параллельно с трейдингом на фондовом рынке делать хеджевые сделки, собственно, на рынке Форекс. То есть, если делается ставка на коррекцию европейских индексов, значит, покупается европейская валюта. Параллельно с ростом евро снижается спред доходности между американскими облигациями и европейскими. И вот еще один фактор поддержки для главного валютного риска. Поэтому сейчас единственное, что позволит нам отказаться от краткосрочной идеи по росту евро, совершенно очевидно, после стремительного роста, после тестирования уровня 1.17, сейчас интерес к евро представляет, скажем, больше возможностей для трейдинга, чем те ставки, которые мы делали на коррекцию главного валютного риска. Но это только исключительно с краткосрочной точки зрения, потому что паника, она, как я уже отмечал в ходе вчерашнего брифинга, быстро пройдет, и трейдеры переключатся на старые инвестиционные идеи, которые мы прекрасно аргументировали и, соответственно, объясняли. Они сохраняют свой потенциал, но просто нужно, чтобы рынок вышел из этого затяжного пике, в котором пребывает сейчас. Соответственно, как только фондовые индексы нащупают дно, смогут оттолкнуться от минимальных отметок, мы увидим уже обратную динамику и вернемся, разумеется, к нашим идеям, которые направлены на коррекцию главного валютного риска. Чтобы вам было спокойнее, еще раз напоминаю, что это не только наша субъективная позиция. Это мнение, которого придерживаются многие инвестиционные банки, в частности Morgan Stanley и BNP Paribas. Они также делают ставку на то, что евро-доллар уже,
скажем, в перспективе 2-3 месяцев, ну, можно сказать, до конца 2015 года остается чуть-чуть, сможет вернуться ниже уровня 1.10 и двинуть в район 1.08. Это, в принципе, совпадает с теми целями, которые мы сделали, поставили, и которыми стали руководствоваться еще некоторое время назад. Поэтому сейчас, если уж прям совсем руки чешутся, хочется поторговать и главным валютным риском, здесь нужно смотреть уже на сопротивление. Сейчас актуальные котировки 1.1562, соответственно, если пара снова предпримет попытку уйти выше уровня 1.16, там можно будет попробовать поставить отложенный бай-стоп, к примеру, 1.1610 и с целью 1.1650. Это краткосрочная идея, которая на импульсе может быть реализована буквально в моменте. Плавно давайте переходить на доллар и японская иена. Доллар снижается, как я уже сказал, одним из факторов снижения и, скажем, падения американской валюты является также снижение доходности американских трежерис и повышенный интерес к основному конкуренту американца – это японской иене. Как только мы увидим обратную динамику, как только интерес к иене снизится и американские трежерис по доходности снова поползут вверх, напомню, что для этого достаточно восстановиться фондовым рынком, мы вернемся, разумеется, к нашей долгосрочной идее, связанной с ожиданием повышения краткосрочных процентных ставок. Оснований и готовности американского мегарегулятора к этой идее и к этим действиям, к этому решению достаточно. Мы анализировали существенный, скажем, фон с точки зрения фундаментальных событий, буквально делали ставку на ключевые сектора, рынок труда, недвижимости, промышленный сектор, бизнес-оптимизм и уже констатировали, что американская экономика вполне готова к тому, чтобы анонсировать повышение краткосрочных процентных ставок. И в принципе все будет зависеть уже от предстоящего решения. Следующее заседание ФРС и публикация ставки запланированная на 17 сентября, то есть совсем скоро. До этого 4 сентября мы снова соберемся с силами и посмотрим на последний перед заседанием ключевой, серьезнейший отчет американского происхождения, это Non-Farm Payrolls. И до этих пор нас ждет еще масса конференций, комментариев голосующих членов ФРС касательно их намерений по голосованию касательно нормализации денежно-кредитной политики. У нас есть уже несколько представителей, которые уже ясно дали понять общественности через средства массовой информации о том, что готовы отдать свой голос в пользу повышения ставок. В частности, один из них Деннис Локхарт, и вчера снова состоялась его конференция, где он в очередной раз констатировал прогресс, который имеет место быть в рамках американской экономики, то, что США планомерно движется к целевым показателям по инфляции, ну, по крайней мере, тенденции уже заложено. И отчеты прошлой недели по инфляции нам также позволили делать выводы о том, что основания для роста инфляционного давления в рамках американской экономики, они сохраняются. Поэтому присоединяемся к Деннису Локхарту, присоединяемся, наверное, к многим представителям ФРС, трейдерам, которые не отказываются от идеи покупки американцев против японской иены как раз в ожидании сентябрьского заседания и долгожданного решения по повышению процентной ставки. Сейчас, конечно же, вследствие падение фондовых индексов и повышенного спроса на защитную валюту, убежище иену, доллар оказался под давлением. В частности, вчера мы видели локальный минимум 115. По сути, после этого пара восстановилась достаточно такими быстрыми темпами, примерно на 350 пунктов. Сейчас уровень 119.20. Может быть, даже вот за время брифинга USD иена смогла подняться еще чуть выше. Здесь также предлагаю краткосрочную идею, хотя эту идею очень можно будет легко перетащить на средние долгосрочные горизонты, потому что она будет направлена как раз на интерес к американцу. Если уж рынок подарил нам возможность зайти в расположение этих валютных активов с таких минимальных уровней, я думаю, что этой возможности нужно, конечно же, воспользоваться. Поэтому также рекомендую для тех, кто еще вне сделки, поставить отложенный бай-стоп в районе 120-120.50 и, соответственно, делать ставку на движение к тем среднесрочным ориентирам, которые мы поставили. Это 125. Те долгосрочные и среднесрочные трейдеры, которые уже в этой сделке терпят просадку, я думаю, что при соблюдении правил риск-менеджмента просадка процентов 25, не больше, но в принципе рабочий, с ней можно иметь дело. Не отказываемся от идеи и, соответственно, ждем, когда ветер подует в нашу сторону и, соответственно, окажет поддержку американцу. Еще пару слов хотел сказать про сырьевые активы, о которых в начале брифинга уже упоминал. Это австралиец против доллара. Мы поставили цель
долгосрочную цель. До конца этого года я даже говорил, что, может быть, на нее понадобится еще несколько месяцев первого квартала 2016 года. Эта цель была 0,70. Если посмотрите дневные графики, вчера мы практически добрались до этого уровня, потому что лоу был 0,7015, но каких-то 15 пунктов не хватило, чтобы реализовать еще одну очень интересную долгосрочную инвестиционную идею, где мы сняли бы, скажем, больше 1000 пунктов профита. Но я думаю, что даже несмотря на восстановление, которое произошло, риски для австралийцев сохраняются. Очевидно, что эти риски связаны со снижением цен на сырье. И поскольку мы уже констатировали факт падения цен дальнейшее из-за замедления темпов роста китайской экономики, я думаю, что вопрос тестирования поддержки 0,70 – это вопрос самого ближайшего времени. Поэтому ждем, остается еще совсем чуть-чуть. Новозеландец также неплохо просел, в частности, наша цель была 0,63, а в целом эта цель уже реализована. Вчера локальный минимум был даже еще ниже. А сейчас пара отскочила примерно в район 64-80, может быть, даже уже уровень 0,65. Но в целом, с тех уровней, которые мы занимали еще месяц назад, сделка все равно находится в профите. Я думаю, что также можно делать планомерную ставку на возвращение ниже уровня 0,63 и, может быть, даже стоит перенести профиты на уровень 0,62. Что касается USD/CAD, здесь также супер движение. Наша долгосрочная цель 1,33, вчерашний хай 1,3288. Также чуть-чуть не дотянули, но на самом деле и отскок после этого не произошел существенный, потому что канадец очень сильно зависит от стоимости на нефть. И сейчас нефть продолжает, разумеется, сыпаться вниз, корректироваться. И если сегодня мы сможем констатировать еще минус, скажем, хотя бы несколько процентов от стоимости этого актива, я думаю, что уровень 1,33 будет реализован уже до конца сегодняшней торговой сессии. Сейчас остается примерно около 30 с небольшим пунктов, но, может быть, сейчас пара чуть откатилась, но в целом, я думаю, не больше 50. Для таких волатильных торгов, как мы видим в последние 4 торговые сессии, 50 пунктов – это ничто. Поэтому, в принципе, нашу долгосрочную идею уже можно, скажем, конвертировать даже в краткосрочные ожидания. Я считаю то, что USD/CAD сможет добраться до этой отметки. Но после того, как будет протестировано значение 1,33, думаю, разумеется, мы снова вернемся к перспективам этих активов и поставим цель еще более долгосрочного порядка 1,35. Основания для движения в том направлении также достаточные и присутствуют. Сегодня величина бонуса 6,5%. Что касается кодового слова, то также давайте нарушим традицию. Сегодня это будет словосочетание и приурочим его к китайской экономике. Китай испытывает на текущий момент жесткую посадку, поэтому кодовое словосочетание сегодня — жесткая посадка. Величина бонуса 6,5%. Вопрос есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов и комментариев на нашем официальном канале на YouTube. Оставляйте их под видеоокном. Всего доброго. До свидания.